Индийский чай известен в мире как эталон напитка. Он отличается особым ароматом, непревзойденным вкусом и бодрящими свойствами. На выставке представлен индийский чай, а Ассам, Дарджилинг, Нилгари – это три провинции в Индии, которые славятся своими чаями. Индийский чай, он более крепкий, терпкий, ароматный. В давние времена за индийские специи европейцы готовы были отдавать сокровища. По сей день страна славится своими приправами. На этой ярмарке вы сможете приобрести приправы на любой вкус, к любому блюду. Мировую известность приобрела аюрведическая косметика Индии. Это кремы, зубные пасты, средства ухода за волосами, лицом и телом на основе натуральных растительных экстрактов и древних рецептов. Эффект потрясающий. Просто 5 лет уходит в течение пару месяцев запросто. Никаких кремов не надо. А если уже использовать замечательные крема, которые у нас есть на шафране, шафрановое масло очень классное, прямо вообще эффект сногсшибательный. Украшения с натуральными камнями и бижутерия в неповторимом индийском стиле поможет перенестись в атмосферу и почувствовать себя богиней Лакшми. Для полного погружения в волшебство на выставке можно купить сари и другие предметы одежды. Национальные костюмы очень популярны у тех, кто занимается танцами. Индийские ткани, они классные тем, что в них не жарко, в них не потеешь. Даже если там индийский хлопок очень классный, даже если синтетические волокна, они достаточно все продуманы, они все очень дышащие. Индийские костюмы в тренде, и ручная вышивка, она очень классно смотрится и привлекает внимание. Ароматы и благовония, медная посуда, ковры и палантины, кожаные изделия ручной работы, аутентичные колоритные статуэтки, поющие чаши для медитаций. Если заглянете на ярмарку, путешествие в Индию вам обеспечено. Косметика вот интересует, посмотрим. Чаи, соответственно, косметика. Ну, вот сейчас и смотрю это все. Выставка богатая, потому что вот по сравнению с тем, что было, это самая такая большая выставка. Что понравилось? Вещи вот эти вот, хлопок понравился. Сумки, большой выбор, понравились. До 21 мая на одной площадке встречаются торговцы индийскими товарами и те, кто скучает по Индии, вдохновляется колоритом и культурой этой страны. На ярмарке представлены популярные бренды и редкие вещицы, которые привозят путешественники из далекой страны. А вы можете купить, никуда не уезжая. В М5 Молл у первого входа место встречи индийских торговцев с ценителями национальной продукции и любителями оригинального шопинга.